да, моя эмоция, мое убеждение, вот формирует пространство, да, я дома какая, вот я могу себе сказать, я домой прихожу, ну, на меня мой мужчина очень сильно возмущается, потому что я туда редко прихожу. Ну, и никакая, да. Я говорю, мои родные золотые, прошу прощения. Чем могу помочь? Говорю, ну вот персонал на 2 часа задержался. Сейчас мы все решим. И я так-так-так побежала, чмоки-чмоки, там у Симури, сыночек, ты у меня вообще чудо. Как я, что бы я без тебя делала? Муж вообще замечал. Вася, кот, вообще чудо, да? И их так всех порастолкала, они вроде успокоились, а сюда. Говорю, хорошо. Значит, у меня внутреннее мое состояние, я очень давно себя к этому приучила. Я уравновешенная и спокойная, я никогда не думаю ситуацию. Я захожу и смотрю, да, вот состояние считки. Попала, значит, попала. Я говорю, да, виноватая. Да, вот. Пепла голову. Ну так. Обычно это бывает, они только сообразили, а я уже поняла, что мне делать. Я их так, самое главное, их разъединить, так, чтобы они вот не объединились против меня втроем, да, потому что держать тяжело. И я их так вот так тихо-тихо-тихо-тихо. Значит, они со временем привыкли к тому, что они сядут так подзависнут. Главное, чтобы я пришла, она сейчас придет, все разрулит. Мама моя была. Значит, я только домой, она говорит, я сейчас не поняла вот это, ты где была? Я тут тебя сижу, вообще тетя Маша там не позвонила, там бабушка вообще непонятно чем занимается, ты пришла где-то шаталась. Это ну-ка давай быстро посуду помыла, ну-ка так, подожди, посуду потом, ну-ка давай быстренько вот это вот состояние, это мистер паника такая, да? Я вот захожу, и меня уже начинало потрясывать, я думаю, так что я не сделала, куда я не делала, что? Она говорит, я не понимаю, что ты сидишь так долго, ты почему музыкой не занялась, ты почему, так, а что у тебя по литературе, литература не важна, физику ты вообще, и у меня вот эта физика, литература и все остальное, они мне просто становились током. И мое состояние, когда я первый раз отметила, когда мне там уже было там 16 лет, на дискотеке в школе, мне очень поручили, была старостой класса, и думаю, что это меня все шарохаются. И я четко помню, я захожу в аудиторию, они уже сидят и начинают дергаться. И я их так все говорю, так, я не понимаю, Иванов, в чем дело? Ты почему не сделал? Так, а ты что сидишь? Вот давайте определимся, чтобы было попроще. Мое привычное состояние какое? Что я транслирую? Что я ваяю?